Уважаемые жители Хасанского муниципального округа, уважаемые земляки, от имени ветеранского сообщества Хасанского муниципального округа, от себя лично, я поздравляю вас с величайшим праздником 78-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта война вошла в каждый дом, в каждую семью. И сейчас значимость Великой Победы наиболее возрастает, потому что мы снова встречаемся с неонацизмом, с фашистскими проявлениями на территории Украины, где наши земляки также выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Я еще раз вас всех поздравляю с этим знаменательным праздником. Это праздник действительно со слезами на глазах. Желаю вам всем счастья, мира, добра, удачи в делах, взаимопонимания всеми. И чтобы наши военнослужащие, которые сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции, вернулись домой живыми, здоровыми и с победой. С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!